15 к 4706.06.2018, обновлено, 19.48 6 июня 2018 года 53847 Москва, 6 июнь, РИА Новости. Член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что нельзя согласиться с оценками Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ, относительно работы ведомства в рамках прошедшей кампании по выборам президента России. Центризбирком действовал, основываясь на Конституции и законодательстве, которое доказало свою юридическую и политико-этическую ценность. В среду БДИПЧ опубликовала окончательный отчет о президентских выборах в России. В частности, наблюдатели ОБСЕ советуют российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства. В БДИПЧ заявили, что на прошедших в РФ выборах процессу подачи жалоб не хватало прозрачности. Кроме того, наблюдатели рекомендовали ЦИК или независимому контрольному органу предпринимать эффективные меры в отношении нарушения законодательства при освещении избирательной кампании в СМИ. Совершенно нельзя согласиться с оценками деятельности ЦИК Российской Федерации. ЦИК действовала на основе Российской Конституции и федерального законодательства, которое подтвердило свою не только юридическую, но и политико-этическую ценность, сказал Лихачев, курирующий в ЦИК вопросы международного взаимодействия. Поэтому одно из 9 этих основных предложений по изменению российской правовой системы в части, связанной с выборами, ни в какие ворота не влезает и не стыкуется с результатами президентской кампании 2018 года. Впрочем, и с итогами кампании по выборам в Государственную Думу РФ 2016 года, подчеркнул представитель Центризбиркома.